Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Сегодня я вам хочу показать очень вкусный рецепт очень вкусного салата рядами рыбного. Он вообще очень простой, но на самом деле, правда, очень вкусный. Он может украсить как и праздничный стол, так и просто на завтрак или на ужин, такой легкий ужин. Поэтому тут настолько все просто, и ингредиенты на простые. Это рыба любая, отварная, консервированная. Соленую, не знаю, не пробовала, но лучше, конечно, чтобы поменьше соли было. Для этого потребуется рыба, сыр, яблоко, яйцо, майонез, который я делаю сама, и сметана. Все, больше ничего. В идеале, конечно, нужно кольцо. Но можно и без кольца его сделать, он тоже будет очень красиво выглядеть. Приступаем. Вот насколько он прост, сейчас я вам покажу. Поэтому вот мы с вами положили рыбу и распределяем ее по колечку. Вот. Так. Мы ее с вами примяли, распределили. Следующий этап у нас с вами идет сметана. Небольшой тонкий слой сметаны, потому что если просто будет рыба, это будет очень сухо. Небольшой слой распределили. Так. Следующий слой у нас с вами идет. Это яйцо. Это яйцо. Нужно натирать его на мелкой терке. Можно даже вилкой растолочь. Ну, вот это. Мне кажется, так неудобно, не свойственно. Я так никогда не натираю, но чтобы вам видно было. Поэтому немножко вот так вот я с теркой сегодня поступаю. Вот, натерли на мелкой терке. Какая красота, все крошится. Ну ничего. Процесс не всегда бывает красивый. Процесс приготовления. Главное, чтобы было на выходе вкусно. Так, опять распределяем. И после яйца мы добавляем майонез. Опять-таки немного. Ну вот. И также все это аккуратненько. Этот слой распределяем по яйцу. Так. Следующий у нас слой идет. Это сыр. Салат простой, делается очень быстро. Натираю тоже на мелкой терке. Так. Опять распределяем. Угу. Еще немножко майонеза добавляем. Так. Пусть вас не пугает. На самом деле это небольшое количество. В салате вы это не будет вам казаться, что это очень много майонеза, сметаны. Немного здесь. Так. Вот, распределили. Следующий этап у нас идет. Это яблоко. Так. Яблоко можно натереть, а можно аккуратно, красиво соломкой порезать. Тоже будет очень вкусно. Поэтому мы его сегодня
Нарежем соломочкой. Достаточно. Так, и слой яблочка у нас должен быть с вами. Так, вот такая красота. Теперь у нас идет с вами еще слой сметаны. Завершающий слой майонеза. Вот такая красота у нас с вами получается. Сейчас все покажу, что у нас получилось. Это надо срочно убрать. Это надо срочно убрать. Такая красота у нас с вами получилась. Дальше наши действия. Вот у меня такой красивый листочек салата. Да? Я аккуратненько его сдвигаю. Вот. Веточки петрушки. И вот такой красивый салат у нас с вами получился. Всем приятного аппетита. Попробуйте обязательно. Я думаю, что любители, кто любит рыбу, очень должен понравиться такой салатик. Спасибо. До свидания.